сегодня 10 апреля. И мы с ребятами едем в Астрахань за Воблочкой. Ну, рассказывай, что там. Игоряша, Русланчик, Сергей Александрович. Все. Дорожку сними, дорожку. Погнали. О, вот Миха тянет что-то. Время 8-9 утра. Забросил 5 минут назад. Да какой 5? 2 минуты. Так, так, так. О, гирляндочка какая. Три воблочки, вот они. Хорошенькие, жирненькие. Вот. Три штучки. Вот кошка просит уже у него одну. Киска беременная. И очень любит она рыбку свеженькую. На. На. Вот так вот она ее грызет. На, ешь. Ешь, ешь. Вот молодец. И побежала. Молодец, непривередливая. Не жрет всякие китикет и шмитикет. Рыбу съела и... Да, потихонечку, в облачко. Карасей не беру, отпускаю. Мерная. Клюют, клюют, и хорошо клюют. А тут карасики живут. Карасиков я не беру, я их отпускаю. Воблочка хорошо идет. Плыви, дружок. Плыви. Давай. Давай, давай, давай. Во. Ушел. Одна за одной, не успевает. Так, что здесь? Ага, вот, вот, вот. Вот она, гирляндочка. Пожалуйста, три воблочки. Все, давай, ладно. Русланчик достал воблюшечку хорошую. Здорова, красоточка. Ох, Сережа идет. И что-то он тут нам несет. Вот это да. Это же воблочка. А какая воблочка? Вся отборная. Да, вот такая воблочка. Сережа, ну ты просто молодец. Начинаем заниматься сосолочкой воблочки. Вот, крупненьких на низ. Таких вот хорошеньких. Соль крупненькая, астраханская, такая она коричневатого цвета, ее много не надо, так по полкулачка и хорошо укладываем. О, какая воблочка, вообще сказка. Ну вот, одно ведерко готово.
Все, продолжаем. Ну вот, три ведерка подсолил. А эту рыбку пойду вымачивать в речку. Все, до связи. Вот, первую рыбку вывесили подсушиться. В облачко. И густерка тут тоже есть такая мерная, хорошая. Вот. Вот такая вот красота. На шампурике мы их вешаем. Вот. Вот такая вот красотища. Да, вечерний клев идет. Потихонечку. Такой калибрик. Ой, что не хочет? Ой. Это сюда? Да ёптерный театр. А это туда. Все. Хуё, блин, допускай. Красноперка. И галоши он. И галоши. Тут какой-то затончик. Вот тут. Мы начинаем эту самую борьбу. О, что-то как-то не очень. Слабоватенько. О, все подряд. Окунёк, и окунек, и густерочка, и воблёшечка. Ну, Сережа, ты вообще молодец. Да, вон барбос переплывает речку. Вот они приспособили собаки. А вот так вот за сетку зацепится и пиздец. Рыба твоя испугалась, видишь, тортанула. Соревнования. Да, это тут такие мелкошишечные. А ну-ка. О. Да, нет, почему? Один нормальный. Один можно есть. Че, блядь, сапоги скрипучие купил. Вот на, воблёха. Вот это да. Вот это да. Рыбка, я не желаю. Блядь, мне так же нельзя делать. Да? Ну да. Ой, тарань, тарань, тарань. Да, я сфоткаю. Повернись. Раз. Ну, раз, два, три. Оп, оп. Есть. Вечерние доминошечки. Сейчас будем в рыбу играть. Да, сейчас будет рыба. Поддержим. Вот. Мой ход, отключаюсь, чаек, чаек, да, огурчики соленые. Огурчик, чай, бублики, да. Чай. Как у настоящих мужиков вечером. Да? Да? И так бывает. Готовимся к завтраку. И горяши тут кашки сварганят с тушеночкой. Сваргай. Русланчик яичек почистил, Сергей Александрович чаек забодяжил. В общем, все занимаются делами. А после завтрака мы пойдем вот на эту красивую речушечку и будем ловить вкусную воблочку. До связи. Сейчас достанешь хорошего. Во, ух, хорошая воблочка. Молодец. Ты прям профессионал по вылову в облачке. Гигантской. Гигантской. А вот на том берегу стоят, приехали наши ребята, друзья камышинские. Здравствуйте. Дмитрий. Ну, здравствуйте. Дмитрич и Михаил. Смотри, какую я поймал. Тут Руслан клюет. И что же он достает? Блин. Это же башмак, блядь. Охренеть. Подсак. Бля, подсак. Игорек, тащи подсак быстрее. А где подсак? Нет. Ну хер с ним, вон второй башмак лежит, блядь. Башмак поймал. Давайте парни ловить. Ой, бля, красота. Да. Ну вот тут Игорек сейчас что-то нам покажет. Бля, тянет, не могу, сейчас вырвет суточку. Ты глянь, правда, силикон работает вообще, вот эти червячки. Сука, Миша, а ну подержи, я переплыл. Подержи, глянь. У меня, блядь, нарезка на... А я думаю,
так бывает. Это малышка. Малышка. Ее надо выкинуть. Домой. Пойдет домой. О, вот три в облачке. Одна медная, две в обраточку. Боец какой-то попался. Надо опять погрызть. Да, лянь, какой-то боец. Да не один боец. Не один, да, там вот как бы. О. Две мерные хорошие. Да, а это сейчас пойдет. И вот это сейчас тоже пойдет. О, зачет. Зачет, молодец, Игореш. Опа, блядь, Миша уходит. А эту мы сейчас отпустим в облачко. Шустрые. Шустрые. Чувствуется, чувствуется. Вот она. Зачеты. Два в зачете. Вот эта облачка. Вот она, рыбалочка пошла. Вот эта поклевочка. Смотрим, смотрим. Облачка. Три. Да, есть, попалась. Все. Вот. Ага, вот. Мишка жарит свежепойманную воблочку. Ох! Какой звук! Это просто бомба. В муке. О! Ужин, ужин наш. Так, ну что там, еще одно влезет? Вот он. Ау. Так, еще одно. Курочки прям, как и Горяш просил. Какой ты Горяш, там без Горяш есть кому икру сожрать. Так, все. И Горяш, он там что-то балдеет сидит. Умница. Очередная пулька. Сережа хороший, доминошечки. Доминошечки. Опять с чаем. Давай забыл. Как всегда, двух мастей нет. Тоже с крепким чаем. Двух мастей нет. И с жабочками. И с жабочками. Двух мастей нету, я пошел. Двух мастей нет, Сережа. Еще найду, каких нет. И мы тоже с чаем. Еще сидит выбирает ее кто. Облачко. Очередная поклевочка у Мишки. Сейчас посмотрим, что же он там тащит. Так. Вот она. Облачко. Воблеха. Хорошая такая, жирненькая. На червячка. Сфоткаешь. Лаулька пришел, принес рыбки в облачке. Самую прям отборную брал. Молодец. А вот Лаулька. Да нет, я тебе краснел. Смотри, какая в облачко. Оп. Молодец, Лауль. Кто он? Дядя Сережа. Дядя Сережа, да. Он такой. Он может поймать и уйти. Поймал, ушел. Почти все. А я пошел. Давай, Лауль.
Ну ты горяш, сейчас нам что-то покажешь здесь красивое. Не могу, ля, сейчас руку вырвет, мощная какая лянь там идет. Саныч, будешь мерить? Хорошая воблочка. Воблочка. Вот это воблочка. 350. Всем воблочкам воблочка. Да. Вот так. Отлично. Я себе не голодный, в отличие от вас. Мама с папой пришли. Дай какая, да? Дай какая. Красивая. Ну да, думаю, грамм 350, прям, наверное. Накрашенная, прям губы у нее все как положено. Готовилась видимо, к рыбалке. Сережа там выдал две рыбки. Сейчас и Горяша выдаст две, три. Одна, ёшкин матрёшкин, а. Отпусти ее, она вообще малышка. Просто все. Да. Хорошо прессовалось. Начинаем рыбку подготавливать к вымачиванию. Вот. Завод заработал мне. Завод заработал. О! Хорошие. Ух, как хорошо утрамбовалась-то она. О! Отлично. Восхитительно. Вот так вот. Все, погнали. Да. Садочки раскидывать. Второй садочек пошел. О! Слушай, а вот этот соль, рассол можно это оставить нахуй, зальем, чтобы не выкидывать соль. Там много соли, кстати, не оставим. Ну, она крупная. Прям чуть-чуть. Сука. Давай в тот еще можно, Миша. Да, да, сейчас. В этот давай напихивай. Давай в этот чутка. Опа. Руслан специально такой купил. Самый крупный. Да. Во. Мишаня собрался купаться. Вымачивать воблочку. Вот эта воблочка пошла. Пошла, Мишань. Поглубже, иди до пояса. Один сел. Второй. Как водичка? Ну знаешь, хочу сказать тебе терпимее, чем в том году. Вон катер куда-нибудь приходит. Да я думаю никуда, да? А вторую? Все две. А ты их помнишь, взял? Да. Ну, вот так вот, будем ждать. Два часа. Вот. И теперь будем подвяливать рыбку. Сейчас у нас такие шампурики. На них нанизываем. Поскольку по 15 штучек, побольше. Вот это 4? Да. Кстати, работа. Вот так вот мы таким макаром ее будем сушить. Сейчас за ночь она обветрится маленько. Это уже у нас тут подходит. Третий день висит. Вот Мишаня что-то тащит такое серьезное.
Кто же это? Кто? Ой, это вобла, ебать. Смотри, мост. Охуеть! Это кто? Охереть, блядь! Смотри, какая вобла, блядь! Блядь, такая хорошая. Охуеть. Мишка. С утра пораньше. Не спится ему, да? Да, да. Дай ему рыбу половить. О, забагрил. Маленькая. Вот и кажется, что она поперек идет, поэтому кажется. Ну, эту мы скушаем. Вы в бане будете топить? Эту мы отпустим. Или нет? Надо решить этот вопрос. За круглым столом. Никак Мишка не успокоится. Вот опять. Вот это размер! Ух ты! Глаз. Вот это глаз! Ну вот, братва отчаливает на хищничка. Самым главным егерем Астраханской области. Вот теперь я хороший. Так, Сережа оделся. Нарядный. Нарядный. Очень нарядный, прям. Не бывает. Они бывают нарядные. Опа! Вот сегодняшний уловчик. Карасик, сазанчики, поросятки, вот такие вот трешечки, наверное, не побольше. Побольше чуть-чуть, жерешочки, вон там побольше, жерешочек, вот тут хороший жерешочек, вот это вообще монстр, блин, о какой, живой, блядь, еще живой, еще. Сазан. Карасики. Карасики карасиками, а поросятки поросятками. Бля. Морской прям пахнет. О! Поросёночек, бля. Пошли. Пойду. Пусть спит.
рыбочка. Клев идет. Беру только такую прям мерненькую. Маленькую вообще не берем. Меньше 17 сантиметров нельзя. Вот тут прям все хорошенькие такие. А здесь у меня рыбка отмокает. Сушить будем через пару часиков. Ну вот очередная рыбка подошла. Она у нас в рассольчике была. Тут лучки. Рассольчик такой весь прозрачненький. Сейчас буду ведерочко перекладывать. А потом в садочек на речку. И пару часиков. Два дня солилось. Два часа вымачиваться будет. Все хорошенькое. Пахнет хорошо вот этот узлучок. Ну все, до связи. Поехали. Дубль один. Так, вот Мишаня нам икрянники делает, да? Да. Вот. Из сазана. Из сазана. Подожди, мило на тебя. Сейчас число. Вот это самое. Ингредиент икра. Икра, да, и больше все, да, остальное не расскажешь, секрет. Чуть-чуть секрет. Чуть-чуть. Секрет, да. Ну, кто не пробовал, советуем всем попробовать. Да. Приезжайте на базу. На базу, да. Да, приезжайте на базу обязательно. А у вас база как называется, кстати? Просто... Зеленый остров. База Зеленый остров. Да. Вам какое-нибудь красивое теперь название придумать. Теперь берем ложечку красоты. Вот так вот, вот, опа, и она сейчас сама растечется, и корочка, сазанчика, опа. Чего ж только не придумаем, да? Опа. Когда мы с сыном открывали магазин, опа. Когда мы с сыном открывали магазин, начали думать, как же нам назвать, название магазина придумать. Опа. Вот, и мне что-то родилось быстро. Опа. И лучок. Ой, не рассказывай, Сергей Александрович, не рассказывай. Да, не говори, что там есть. Все, это что тайна. Жара. Слушай, как это тайна. Сытной, прям, получается. Да, вот приготовили мы икряников. Конечно, была бы тарелочка побольше бы, но ребятушки тут все подрасхватали. Вот еще партеечка подходит одна. И прям на один икряничек. Ну все. Приятного аппетита всем. Вот тут Сережа выдает на... Ох, хорошие какие! В облёшечке. Ох, хорошие! Отличные! Главное раздеться вовремя. Они, детки, так и пойдут сейчас с икрой. Ага. Есть одна. Что показать? Что показать? О, хорошие какие. Отборненькие все. Отборненькие хорошие. Ну, приближаемся. Ну, без кирпича где-то пол ведра. А с кирпичом-то намного больше. Вот. Одну в садочек, вторую домой. Горяша идет на рыбалочку. Ты на рыбалку, что ли? Конечно, Миш, дай пройду, блядь. Там клюет, клюет, говорят. Быстро надо начать. Давай, чуть-чуть осталось. Лячу вытворять. Я не дотянул. Чувствую, изнемогание. Во. Есть контакт. Молодец. Мишка проводит следственный эксперимент.
закидывает. Ну сколько тут? Метра 4,5 от берега. Стоит вот в сапожках, улыбается. Ждем. О, о, вот. Облачко. Малышка. Вот, вот. Вот. Эксперимент удался. Это что значит, что облачко стоит где? Вот здесь. Так, Игорёк там что-то подтянул. Он хуярит, он с того берега притаскивает, блядь. Вот. Остёрочка, остёрочка. Там хороший, смотрю, у тебя. Каспийская. Давай, давай, Сережа. Сережа никак не снимает. Не надо, Сережа. Чтоб все знали, что Сережа на вас так. Зачем? Мы лучше это скроем. Сережа тоже по три таскает. Как да. У Игоря, что ли, научился? Да? Вот тут Руслан сейчас что-то нам покажет. Клюнул он на потоп. Идет, идет, идет. Вот они, две. Хорошие. Первую мы берем, а вторую отпускаем в речку. Уплыла. Да, правда, снимается хорошо так. Чешуя. Да, довести. Чтоб не отняли. Да, хуй с ним пропадет, лишь бы не отняли. Мужики, ну а вы как? Подходит к завершению наша рыбалочка в Астраханской области, Володарский район, село Цветное. Отрыбачили мы по полной программе, ловили в облачку. Вот. Это крайняя облачка, она сейчас отпустится и поплывет. Мы же не живодеры. Да, дальше. Вот так вот. Опа! Некрасиво поплыла. Ну некрасиво, но поплывет. Поплывет сейчас красиво. Опа. Так что приезжайте в Астраханскую область, ловите рыбку. Забыл сказать, село Цветное, остров Зеленый. Остров Зеленый, село Цветное. Приезжайте. Не перепутайте. Всем пока. До связи.